И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на операции. И это финишная прямая, где мы пойдем по боссам. На гаммы я уже ходил, но сегодня мы пойдем по-другому. Как я уже говорил, пойдем мочить эту тварь с помощью дробаша. Так, насчет летуна. Что я могу сказать? А я не знаю, нужен он там или не нужен. Вот что я хочу сказать. В целом, я бы не хотел бы летунчика своего потерять. Ну, блин, ну в шляпе это вообще клево. Вот шляпка это клево. Блин, шляпа это реально самый клевый, походу, дело скин. Ну ладно, вампирские глаза тоже неплохо. Но шляпка клевый скин. Ну ты посмотри, а еще его перышки эти прям. Ух, красота. Прям ух. Короче, не знаю, летунчик там нужен, не нужен, но если не ошибаюсь, он там нафиг не нужен. Ну, единственное, что если мне придется мочить вот таких, как он. Не его, а таких, как он. Ну, по идее, не нужно, по идее, я должен просто удрапать от этого всего безумия, которое будет там твориться. Я на это рассчитываю, но летуна придется взять, светлячка, точнее, одного. Ну и что? И что? В целом, этот костюм мне нужен для того, чтобы добраться. Так, еда, вода есть. Это все, ну, допустим. Альпинистский набор не обязательно. Щит, ну, пускай будет. Допустим, пускай будет. О, кстати, можно вот так вот щит надеть, чтобы этот козел мне ничего не говорил. Хей-я, ты все в таком духе. Поэтому что? Правильно. Сейчас добираюсь до места и... аж голова закружилась. Добираюсь до места и телепортирую своего Дрейка назад. Ну что? Вы готовы? Я готов, к примеру, поэтому почему бы и нет. В целом... Я сразу говорю, неважно, выиграю я или проиграю эту прекрасную битву, но название я напишу в соло. Что там можно написать там? Ой, так, домой, сейчас отправлю. Напишу в соло без Дина на Роквелла. И да, есть видосы, где там на альфа-чах ходит и так далее. Ну, камон, я цикло, я по-другому не умею. Поэтому пойду на гамму, мне этого достаточно будет. Ха! Куда еще-то дальше? Ох, кошмар, я думал, у меня сейчас игра вылетит. У меня прогрузка арены заняла... Не то. Ну, порядка минут 5. Так что, как-то так. А, подожди. Где мой летун? А, все на... Все огонь он здесь. Фу! Да пошел ты! Ну что, погнали! Устраивать себе веселье. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, хотел сразу сказать. Да, вчера не вышла серия. Точнее, для меня это сегодня. Почему не смог записать гость, все дела? Суть в чем? Сегодня, то есть сегодня, 2 ноября, выходит эта серия, а завтра, как и положено по графику, выйдет следующая серия. Я надеюсь, у меня все получится, я запишу серию. Пошел ты! Да, на этот раз я решил все-таки взять что-то получше, чем дробаш, чем автомат. Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Ты дурной! Погоди. Надо еще... О! Отлично. Надо просто немножечко заранее их убивать и почаще перезаряжаться, а не тогда, когда это уже все поздно. Так. Так, ну летунчика пока выключить. О! Да, это плохо. Почему летунчика пока выключил? Потому что... А зачем он мне сейчас? Пускай
не разряжается. Да, я, возможно, буду молчать сегодня чаще, чем обычно. Да, я фиговый пвпшер. И это моя основная проблема. Так, больше нету, больше нету. Только там. И там. Отлично. Оу. Так, фулл заряд. Не-не-не-не-не, не надо. Мне показалось, я в воду упал. Хотя здесь, по идее, падать невозможно. Я задумался, я прям конкретно задумался, сосредоточился, собрался, разобрался, говорю! Пошёл ты! Ух! Отлично, отлично! Тихо, не надо, спасибо! Можете лететь дальше. Одна проблема. От них реально отбежать нужно еще успеть. Так. Отлично, есть время проверить шмотки. Шмотки. Да, отлично, все хорошо. Перезаряд. Не-не-не-не, не успеваю. Да, на Дрейке все-таки намного быстрее все это дело происходит, и в этом огроменный плюс. То есть он бежит. Не-не-не, не надо. Он бежит, то есть, как бы, пока он бежит, ты перезаряжаешься, вот это все. Но, честно, управлять им это отвратительная штука. В том плане, что куда-то стрельнуть, повернуться и все в таком духе, это очень крайне тяжело, по крайней мере, мне. Вот. Ну, это я. Да иди ты в баню. Ох. Так, заметочку я тут брал. Угу, отлично. Я сейчас просто сам с собой поговорил, вспомнил о том, что вообще что-то как-то где. Так, перезаряд. Твою мать. Ну, был же дробаш в руках. Ну, стрельнет из дробаша. Дробаша, ну, что ты патроны тратишь? Ну, экономишь. А? Экономист недоделанный. Вот мне интересно, почему иногда, точнее, некоторые красные. Ну, то есть вот такие вот красненькие, а другие, допустим, это, они типа больше дамажат? А? А? Закончился. Мне стало интересно. Шляпа. Не надо больше экспериментировать. Еще вот из-за их формы порой непонятно, как далеко они или близко. В целом, конечно, можно вот так бегать. Так немножечко вроде бы понятнее, но экран слева перекрывается немножечко, поэтому это не по мне. Ладно. Вся загвоздка в том, что сейчас начнут безымянные появляться. А это же, я вам так скажу, проблемка. О-о-о-о! Вынырнули. Ну не пвпшер я, ну ёшкин кот, ну что ж вы заставляете меня по цели метиться? Пошел ты! Приземлился! Так, врубаем светляка. Ну, сейчас пойдут безымянные. Да-да-да, я знал, что ты будешь, поэтому иди в жопу. Рано еще.
Попал на свет. Попался. Отлично. Иди в баню. Так, сейчас будет проблемки две у меня. Сейчас у меня будет летающие. Пошел ты! Шарики. Напоминает, кстати, духов из этих, из Варкрафта. Ну, у ночных эльфов. Дурной, что ли? А если я в тебя попаду? Вот такие вообще просто. Ну вот что ты ползешь ко мне? Ой, иди ты нафиг. Да, вот с ними проблема. Бегать побыстрее. Ну, камон, куда еще быстрее бегать-то? Это только безумные идеи могут попасть в голову, что нужно пойти в соло на босса, и там нужно от него убегать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пошел ты. Еп! Еп! Патронов надо было, походу, дело больше брать. Хотя, не факт. Но, опять-таки же, с дробаша попадать намного легче, я вам так скажу. Еще бы зарядов бы у него было бы побольше, вообще было бы... Кайф, дурной! Дурной! Уйди отсюда! А-а-а! А, тащи тело. О! Я испугался. Вообще-то было страшно. Я говорю, страшно было. Не подходи ко мне, еду. Я псих! О, ну что ж вы, вот. Пошли вы. В целом, зайдя вперед, для тех, кто досмотрел до этого момента и смотрит меня сейчас, хочу выразить огромную благодарность от реально тем людям, которые смотрят мои видосы. За последнее время было два комментария, но два таких топовых, что просто огонь. Добрый вечер! Спасибо! Да спасибо не нужно! Да не нужна мне косметика, собаки. Я ей не пользуюсь. На, собака плешивая. Ох, реально же плешивая. У меня был один патрон. Я его использовал. По уму. Так вот, два комментария. Первый комментарий был под видосом про... Я делал обзор на старую игрушку. Мало кто посмотрел обзорчик в целом. И я рад, что посмотрели те люди, которым это бы реально было интересно. Да и игрушка-то в целом такая, что была там не у многих. Но чувак написал о том, что клево, у меня тоже была такая игра. Это было, блин, прикольная игра, все в таком духе. Говорит, не прошел, но было клево. Вспомнить что-то как да где. Честно, я сам его тогда тоже не сильно-то и, можно так сказать, любил. Но что-то в ней было такое, что мне очень сильно нравилось. А вот второй комментарий был... Буквально недавно. И это был... Недавно это что, под прошлым видосом, что ли, было? Или... Твою мать! В общем, под ближайшим... Да что ж я не перезрелся. Под ближайшим каким-то видосом был комментарий о том, что... Спасибо, что снимаешь видосы на протяжении такого большого времени. Типа, ну так долго. Что-то типа того. Честно, сейчас вообще собраться с мыслями не могу. Пытаюсь что-то сделать. И это прям комментарий тоже сильно порадовал. Реально, захотелось сказать спасибо всем тем, кто... Пошел ты отсюда нафиг от меня! Я что-то далеко как-то отступаю. А дальше-то хуже. Дальше будут... Большие дядьки. Нате.
Ведь реально очень много. Вот, из, по крайней мере, из тех, кто смотрит мои видосы. Ну, сколько у меня просмотров? По 30, да, под каждым видео. И очень много это из тех, кто давно уже смотрит мои видосы и остается на протяжении уже такого большого времени. За что, конечно, огромное спасибо. Конечно, за лайки, все в таком духе, это спасибо, но камон. Циферка, когда увеличивается циферка просмотра, это очень воодушевляет. Не просто так циферка просмотра, а еще и желательно время. Опачки. Время на просмотр. Так, щупалька, иди в жопу. Время просмотра, когда большое, тоже это классно. Особенно, когда до конца досмотрят, это вообще классно. Кстати, если кто не заметил, ну, понятное дело, мало кто заметил, потому что мало кто до конца досматривает. Отлично. У меня патроны закончились. О, дурные, что ли? Да вы что тут? Да вы что? Я не верю в вашу религию. Пошли вон. Заряжай. Получай. Отлично. Так вот. Мало кто досматривает, но я поставил там ссылку на челиков, которые делают, то есть не просто переводят более или менее, дурной шарик, более или менее правильно делают перевод заметок, но и анимируют их, ну как анимируют. На движке игры делают свои, то есть в игре, я бы даже так сказал, делают свои видения вот этого всего. Они заморачиваются прям конкретно. Не надо мне этого. Я патронов, по ходу дела, взял очень мало. Нет. Турной, что ли? Ты мне что по духам орал? Я аж испугался. Не, ну я дерьмовый ПВПшер. Хорош меня это заставлять в ПВП устраивать себе. Ну, в смысле, пытаться метко стрелять. Ай, да в задницу все равно попадешь. Ой, рано я, походу, делаю, зашел сюда. Да, рано зашел. А, не рано. Отлично. Ты отошел, вы отлетели, и ты взорвался. Пошли нафиг. Перезаряд. Я не помню, о чем я говорил, но, в общем, короче, спасибо, ребят, за то, что реально до сих пор еще смотрите мои видосы. Да, их мало кто смотрит, да, в сравнении с тем, что было года 3 назад, к примеру, это вообще ни о чем, но... Камон, я играю для себя, я хочу пройти арк, и то, что кто-то дурной такой. Тихо! Пошли! Вон! Ублюдки! Это я не вам! Я этим козлам! Вот гремлины недоделанные, а! Кстати, реально, они похожи на гремлинов. Смотрели фильм «Гремлины»? Старенький такой. Не корми, говорит, его ночью. Дебил, покормил. И понеслась жара. Иди в баню. Так. А что если мы будем делать по-другому? Пошел вон. Не догонят. Да, здесь нужна музычка, нас не догонят. Я уже близко. Чтоб я еще раз пошел на босса с голой жопой. И с медленным бегом. Да ни за что в жизни. Ну, если бы я бегал раза в два быстрее, то да, да, да. Я не спорю, я бы еще бы раз прошелся бы. Возможно бы и по бетке. Но нет, спасибо. Больше не хочу. Да, дурные шарики, пошли вон! Ну, кстати, реально, с этими пиздюками, если не сражаться, то... Ой, в задницу иди. В задницу иди.
В задницу иди. То как-то, знаешь, полегче. Одна проблема. Они же там скапливаются. А мне еще по второму кругу бежать. Ой, по второму, третьему, десятому. Хо-хо-хо, то еще бежать и бежать. Ух! Да! Да в смысле? Все что ли? Ах ты ж козел-то такой нехороший! Пошел ты! Со своими шариками! Ботинки! Ну, собственно, тут я и помер. Вот, про жнецов я что-то и не подумал, что они такие козлы и будут так сильно меня разносить. Стреляй! Ух! Не-не-не, больше я ни за что на это не куплюсь и не буду страдать фигней, вот честно. Но разнообразие я хотел получить. Здесь инвиза нету. То есть на дрейке я от него тусовался с помощью инвиза. То есть я от этих всех... Мать вашу, там что за мной бежит? Пошел ты! Тих-тих-тих-тих-тих, не надо! О, перезаряжаться кто будет? Получай! Ой-о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 й
Ближе, ближе. Вы голодны? Да ты дурной, что ли? Какой нафиг голодный? Мы сдыхаем, а не голодны. Ну ёп... Перный картополет. Пошли вон, твари. Безмозглые твари. Перезаряжай. Ой, шел ты! Ну, выпендриться хотел. Хотел, думаю, сейчас ему как мочкану в упор. А оп, и патронов нету. Почему в полете я это делаю? Потому что... В прыжке, точнее. Так, вроде бы он не тормозится. Не надо голодовать. Мы не голодны. Жри, собака. В жопу себе плюнь! Мать вашу! Что за творится тут, а? Ху-а! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Спасите! Бежит такой человек, убивая босса налево и направо, и кричит: спасите! Ой-о! Братва, может вы как-нибудь это? Пойдите в жопу отсюда! В жопу говорили! Я больше не хочу! Отпустите меня домой! Домой, говорю, отпустите! Ты ч? Не слышишь, что я тебе говорю? Кирдык мне! Говорю, кирдык мне! Вот. Пошел ты. Там я к другому жнецу подошел зачем-то. Ой, лошара. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ожог, какой нафиг ожог? Иди в жопу, ожог. Да вы чё? А чё вас так много? Уйди. Не-не-не-не-не. Пожалуйста, шарики, идите в жопу. Мелкий. Пошел ты! Большой! И щупальца! Жри! Вода! Так, что там, вода, еда? Ага, отлично! Давай! Оп, воды попей! Живем!
Живем! Еще бы не жить. Дурной! А если я в тебя... А, ну я в тебя, да. Ай, ёп, твою же за ногу! Беги нафиг, короче, в жопу это! Хорош! Электричество тратить! Ты за него платил, чтобы его тратить. А, ну да, это ж твой остров. Чтоб я! Да еще раз! Да пошло оно все. И все. Могу? Могу. Перезаряд. Бам! Сейчас в задницу ударит. Не-не-не-не-не-не! Пошел ты! Мелочь, пошли вон. Так, там последний. Плюс жнец. Плохо, надо от этих отрываться. Там нифига шаров-то, вы видели там сколько шаров? Да вы видели сколько там шаров? А у меня-то один патрон. Что-то на 200 было 400. Ну, в целом, да, нормас. Выживаю. Шарики, идите вон. Шарики вон. Блядки, мать вашу, подходи по одному. По одному уже сказал. Ну что ж вы... А, да, откуда вы считать-то умеете? По одному! Мать вашу! Воу! А если я тебе шмотки сломаю? А, я вас убиваю, ну да. Окей. Почти честный! Дурной, куда бежишь? Иди отсюда! В задницу себе стрельни! Второй пришел! И ты тоже! В задницу! Пошули вон! Да хорош уже! Видишь, я иду. О-о-о-о, как дерьмо вам. Ты дурак! Ты дурак! Твою мать, все. А, в жопу все это. Чтоб я еще раз пошел туда. Да пошло оно все. Не-не-не-не-не, больше ни за что в жизни на босса я не пойду вот так вот. Не, пошло оно. И, кстати, да, светлячок там нужен. Потому что без светлячка ты типа урона не вносишь этим безымянным. Я бы забыл про этих безымянных и насколько их там много, и насколько все дерьмово. Я очень медленно бегаю, реально. Вот этого бега, вот этой скорости передвижения 160% вообще не хватает, чтобы пытаться хоть как-то. На видосах челики бегали намного быстрее, хотя они какие-то были, то есть прям по характеристикам они были менее раскачанные. Но они почему-то быстрее бегали, чем я, это точно могу сказать. Именно это мне измутнило разум, я думал, что что-то смогу. Не, нифига, забейте. Да. Ну, было весело. Было весело. Было реально весело. Скальный Дрейк, надо будет тебя оттуда вытащить. Ну, что я могу сказать? У меня здесь еще есть дробовик, у меня есть все вот это вот. Это все, да. Светлячка жалко, ну что поделаешь? Да. Если очень захотеть, можно в космос полететь, так поется в этой песне. Ну и в целом, да, я не спорю. Если захотеть, то можно еще раз попробовать пойти на гамма и мочкануть его на этот раз уже. Не хочу. Не хочу. Я очень сильно устал. Эмоционально я просто выжат как это. Я даю 100% даже альфач, бегая на Дрейке, будет говном собачьим по сравнению с гаммом, бегая без этого. Без Дрейка.
Потому что реально, на Дрейке там просто все изи-пизи. Особенно ты просто уходишь в инвиз, и пошло все в жопу. Только шарики тебя хоть как-то дамажут. Ух, все, народ. Кто стоял, делал ставки на то, что я сдохну, вы выиграли. Я тоже делал на эту ставку. Все. Светлячка жалко. Ну, что поделаешь? Что поделаешь, я уже реально забил на все это дело после того, как я начал помирать. Я забил. Я хотел изначально вообще не помирать, но пошло на все нафиг. Это же все-таки арк. Не помирать здесь не получится никогда. Все. Завтра. Завтра выйдет серия. Я ее либо сейчас прям начну записывать. Наверное, сейчас начну записывать прям на эмоциях, все дела вот это вот начну записывать и пойдем на гамма мочить. Поэтому завтра выйдет серия. То есть вот сегодня это вышло. Завтра гамма выйдет. И потом через день будет... Ой, гамма, бета. И через день будет альфач. Такие вот дела. А там дальше экстиншн. У меня уже есть заготовка начала и... То есть интро-аутро для экстиншн. А там остается только записывать. Посмотрим, что как-то где. Все. Хватит болтовни. На этом, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, делиться моим видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.